Здарова, персики! С вами я, Жека, и у меня для вас очень важная новость. Уже почти 7 лет я играю в Майнкрафт, и все это время я скрывал от вас очень важную и опасную информацию. Вы думали, я просто так играю в Майнкрафт, записываю веселые видосики, но нет! Все эти 7 лет я работал над очень секретным проектом. Днем я жил обычной жизнью и записывал видосики, но ночью я делал нечто опасное и ужасное. Все эти 7 лет я работал над своим новым изобретением, которое называется Майнкрафт в реальной жизни. И вот спустя 7 лет я разработал секретную пушку, которая сможет превратить человека в Майнкрафтера. Я бы и дальше продолжил скрывать от вас этот проект, потому что он очень секретный, но у меня большие проблемы. Спустя 7 лет я наконец-то закончил производство этой пушки, но она не работает. Я долго не мог понять, в чем же причина, почему пушка не работает. Но потом я понял. Я вам открою страшную тайну. Все майнкрафтеры помешаны на лайках. И именно лайков не хватает, чтобы эта пушка наконец-то, мать его, заработала. Поэтому мне ничего не оставалось, как попросить помощи у вас. Чтобы пушка заработала, нужно прямо сейчас поставить лайк под этот ролик. Да. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, у нас очень мало времени. Давайте, прям быстрее, быстрее, сейчас пушка заработает. Ну давайте, ну давайте. Вы уже поставили лайк? У вас последняя возможность. Ну вот сейчас мы и проверим, заработает ли пушка или нет. Она заработала, yes! Спасибо вам большое, без вашей помощи я бы не справился, только тссс, никому не рассказывайте об этом. Ну а теперь осталось самое важное. Эту пушку нужно на ком-то протестировать. И кажется, я даже знаю на ком. Мне так фартануло, я как раз живу в одной квартире с майнкрафтером. Главное теперь его заманить. Так, это пока мы положим сюда. Эдисон! У меня очень важная информация. Я нашел алмазы в реальной жизни. Пойдем быстрее, пойдем. Алмазы в реальной жизни? Алмазы, давай, пойдем. Ну, давай быстрее! Пойдем. Че, где алмазы, Жека? Эдисон, извини. Жека, твою мать, ну что ты сделал, а? А ну прирати меня обратно, давай! У меня все получилось! Ой, Жека, я тебе зуб даю, как только стану нормальным, я тебя убью просто. Ой, да ладно, Эдисон, тебе что, не нравится быть майнкрафтером? Не, ну майнкрафтером мне, конечно, быть нравится, но, мать твою, мне нравится быть майнкрафтером в Майнкрафте, понимаешь? В Майнкрафте, а мне кажется, что мы сейчас вообще не в Майнкрафте, а? Ну хорошо, распереживался. Сейчас я тебя превращу обратно, подожди, 2 секунды. Ну превращай меня уже, давай, быстрее, Жек! Ща, подожди, тут, ща. Жека! Ну шо? Собака работает. Да ща, подожди, Эдисон, сейчас. Твою мать. О, вот это подойдет. Ща, Эдисон, я иду. Эдисон, поверь, так будет лучше для общего блага, понимаешь? Ты, главное, не переживай, хорошо? Жека, что ты делаешь? Да. Открой меня давай прямо сейчас, Жека. Эдисон, да все будет нормально. Эдисон, да успокойся, все хорошо, Эдисон, все нормально. Все нормально, все хорошо. Я тебе зуб даю, честно. Эдисон, успокойся, все хорошо. Твою мать. Выпусти меня, Жека! Да, Эдисон, да. Вот здесь тебе будет самое место, все стоит тут. Все хорошо, я скоро вернусь, все будет нормально, не переживай. Черт, где я допустил просчет? Почему эта хрень не работает? Почему она не работает? Все же было соблюдено, все. Давай, пожалуйста, работай, ну пожалуйста, твою мать. Пожалуйста, заработай. Мне жопа. Кажется, я только что убил своего друга. Эдисон, ты понимаешь, тут такая проблема? Моя пушка перестала работать. Как это перестала работать, а? А ну давай чини ее, в смысле, ты меня превратила, сейчас она перестала работать, твою мать! Я хоть и вот сейчас непонятно где нахожусь, но я тебя сейчас загрохаю, честно тебе говорю. Давай чини эту пушку свою. Я не знаю, как так произошло, она просто взяла и перестала работать. А ну поставь меня на землю, вот да, сюда, давай, поставь на землю. Окей, тебя посажу на землю, давай. Как ты вообще умудрился ее сломать? Она же изначально работала. А сейчас что с ней произошло? Ты понимаешь, я тыкаю, она не работает. Понимаешь, не работает. Тыкай, давай, Жека, давай, тыкай, можешь заработать. Ну давай, Жека, давай! Подожди, давай! Тыкай.
Ну чё, ты, Жека, тоже превратился, а? Да, блин, Эдисон, ты почему, ты какого чёрта смеёшься? Ты понимаешь, что мы теперь вдвоём, майнкрафтеры мелкие? Да ладно, не парься ты, а, не парься, да всё нормально будет, Жека. Давай лучше фоточку в Инстаграм запилим, типа Майнкрафт реальной жизни. Ой, ну давай, давай. Да-да, фоточку-то мы запостили, Эдисон. Что мы делать-то в итоге будем? Вот это не знаю.